там далеко внизу Баньска. И снега уже нет, все растаяло. Два дня назад был снег. А здесь снег совсем мокрый. С одной рукой довольно трудно. Я не такой профессионал, как ты. Разбитый снег. Тут, по-моему, машины и не проходили. Совсем убитый. Там наверху было нормально. О, вот так надо кататься. Я так каталась недели две назад на полной скорости. Съехала и через мостик на Чалинвалок. Но сейчас тут с камерой и по убитому снегу не могу. Не знаю, как съемки получится со всеми этими заворотами. Вот туда начален валок по мостику. Но тут надо с большой скоростью, потому что потом резкий подъем, и подняться практически невозможно. Ну, а я поеду здесь, в сторону Пиштерите. Здесь я тоже снимала спуск на полной скорости. Но тогда трасса была в нормальном состоянии, а сейчас она просто убита с этим рыхлым снегом, мокрым. Ну, я не тороплюсь, я катаюсь для удовольствия. Так и надо кататься. Вот классно. С тренером за палочку. Не страшно. А детям вообще не страшно. Они с таких трасс спускаются. У них нет страха. Они как маленькие встаньки. Упал и встал. А я, если чебурахнусь, полчаса вставать надо. Лыжи отцеплять, попу поднимать, которая тяжелая. И так-то невозможно встать дома без лыж с коленок. А уж на трассе и подавно с этими ботинками. Вот, молодцы, летят. Но сегодня у меня спокойный день, без полетов. По принципу, тише едешь, дальше будешь. Там поближе к мостику Пиштерите можно будет спустить тормоза, расслабиться и поехать быстро.
потому что там снег мокрый, такого уклона уже нет, как здесь. Хотя уклон постоянно идет до самого Баньска. Место это зовут Пиштерита, потому что там большая скала с пещерой на болгарском Пиштера. И рядом расположена Механа, ресторан Пиштерита. А летом там альпинисты тренируются по подъему на эту скалу. Она не очень высокая. Но я бы и на нее не согласилась закарабкаться. Ну все, можно уже отпуститься. Здесь пошел мокрый снег. Я смотрю, вон там девочка уже не очень-то скользит. Все. Да, снег уже мокрый. Я думаю, дня два, и эта трасса закроется. Потому что в среду, в четверг обещают до плюс 15, 17, даже 18. Ну, смотря где, конечно. Так что очень скоро эти трассы уже нельзя будет спускаться. Трасса с Чаленвалом. Thank you.
знаю, что за съемки получится с такими толчками. Ну, у меня осталось последние 200 метров. Слава богу, уклон. Сегодня ветер теплый. Погода меняется, как и предсказывали, идет ветер, циклон со Средиземноморья, с юга. Так что эта трасса еще пару дней и все, наверное. Ну, дотолкаюсь я все-таки, наверное, до своего столба. Там люди уже в тишертах идут. Стало совсем чуть-чуть. Вон мой столбик. Ну все, доеду. Здесь уже горка. Так что до своего столба я доеду. Мостик сегодня уже не заехать, потому что растаял снег. Вот так, один день и йог. Солнце здесь очень горячее. Ох, какая скорость! Ух ты! Ну, прям гонки. Вот он. Сейчас поеду сколько смогу. Так, внизу уже камни. Все, приехала.